Всем привет, ребята! Это я, Егор. И сегодня мы будем играть в побег из школы. Дайте звук почаще сделаю, а тут вообще что-то прям. Ладно. И что здесь нужно сделать, по-вашему, мистер крутой чувак? Да, я сбегу по-быстрому, и все, мы расстанемся. Нужно перерезать какой-нибудь провод. Интересно. Может, бросить яблоко в него? Давайте вот попробуем. Может, эта девочка знает? Пойдемте за девочкой. Побежали. Давай, девочка, бежим. Блин. Хотелось бы побежать, но не удалось. Ух ты ж. Ой, мерзавец. И давайте вот так вот пойдем. Фу, какая гора есть. Ладно, и вот эта девочка. Так, девчонка, давай. Хопа. Да блин, эта девочка вообще виновата, я ничего не видел с нее. Ты же девочка. Я тебя сейчас убью. Давайте вот так вот просто. Пеш. Ты что, столкнул эту лаву и все. А потом это. Да блин! Она просто сейчас ублеванется этой штучкой. Она тоже уменьшится. Вот прям вот я ее сейчас прям. Вот здесь вот я запнулся. Пока, девочка. А где есть чекпоинт? А вот. Прыгаем по туалетной бумажке. Ой, я догнал какую-то девочку. Вот она. О, привет, мальчишка. Я видел тебя. О, я знаю пароль, пацаны. 2, 3. Пацаны, я знаю, вот пароль. Это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ребят, дам вам совет. Всегда. Не. Нужно было туда идти. А! Он нас обманул. А что это было? Извините, скажите мне. Девочка, пароль раз. Блин. 5, 6. Как это? Блин, девочка, отойди ты! Да эта девочка вообще мне мешает. Открывай. Бакованная девочка. Смотрите. Понятно все с тобой, мистер Пука-Путя-Мутя. Мистер Пуптик Любознайка, блин.
Мистер Пупчик любознает. Ладно, девочка, ничего делать будем. Мистер Кликер. Не знаю. Где здесь пасхалочка? Может, сюда? Нет. Девочка. Можно не написать, что пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Девочка, ты думаешь, как-то она туда забралась? Все. Подождите. И она туда... А! Я тоже так хочу телепортироваться. Не, вот так. Шестой. Блин, мне что, других игроков ждать? Привет, привет. Может, в холодильник? Стой, подождите. Открылся холодильник. Надо было в холодильник-то идти все это время. У меня это было под носом. А я-то по льду. Ух ты, блин, мистер Любознайка. Ох, я тебя убью. А там один Любознайка уже слился. Против Любознайки. И куда? А вот на молоко. Приветик, пацаниша. Ты хочешь в курочку? Ай, курочка меня столкнула. Что, мне сейчас заново ходить, что ли? А вот, вот здесь был чекпоинт. Курочка нас спихнула. Так и знай. Курочка, это злейшая еда на планете. Она захватила весь мир. И ничего. Пух. Мистер Пупсик, Пупсик, Трупсик. Я же сюда. Подождите, девятый чекпоинт уж. Так, что на курочку не упал. Я того пацана обогнал. У меня достижение. Давайте. Ладно, прыгаем по пиво. 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 И пиво. Фу, жвачка. Ненавижу жвачку. Я в воздухе сейчас был. Может, вот так отбирают. Отбирают наоборот как-то. Стремновато. Типа, такой кровать вот на холодильнике, так хоба-хоба, и так идешь вот случайно, так еще упадешь, вот так вот. Ладно, лучше от верха лепать, от третьего точнее. Хотя лучше от первого, наверное. Да, от первого лучше, конечно. Вот так вот. Главное в конце. Все. Фух. Подождите, куда я дальше? Я сейчас не понял. К яичкам? А, вот здесь. Видите, про души и яйца. Так, пройдем по яйцу. Что-то у него прям как-то, знаете, а куда дальше? Вот так я сольюсь, да. Ладно, давайте яичко. Блин. Куда дальше? Ладно, давайте вот. Вот так сделаем. Ага. И куда дальше? Все понятно. Ха-ха. Подождите, здесь 24 или здесь 3 слева? Я что-то не понимаю. Сюда? Да, сюда идем. Прям учительно прям вообще.
Вы думаете, это так сложно? Это вообще, ну, это кролик так перепрыгнет. Самый маленький, слабенький вообще. Ой. Где там? Я понял, что это за бездна. Если я в нее упаду, наверное, я это все заново. Но я не собираюсь туда падать, поэтому... А я... Фух. Уточка падает какая-то. Мне что, туда надо или куда мне надо? Мне нужно... Ладно. Ух. Чё? Ой, божешки-то. Кстати, дайте того... А, нет. Да что ж такое? Ладно, ребята, у меня компьютер глючит. Всем удачи и всем пока.